Будешь? Ты пробилась. Меня нелегко сломать, несмотря на имя. Ты видела этого урода, да? Хикс. Он лидер группы сепаратистов. Казалось, он как будто управлял той тварью. Потому что у него 7-й уровень, а то и выше. А ты много про него знаешь. Мы работали вместе. Можно сказать, у нас был договор. Ты вела дела с террористами? Деньги не пахнут, да? Тогда он был не такой. Так что у тебя за цель? Ты хочешь спасти мир или все испохабить, как он? Я просто хотела бы, чтобы все было по-другому. Вот наш корабль. Не волнуйся, он на плаву. Пойдем. На борту все, кроме нас. Мы доберемся. Завтра. Я тебе говорила, Сэм. Прошлое не отпускает. Я хочу кое о чем тебя попросить. Это насчет того урода, Хикса. Ты же помнишь?
Уже почти пора, Сэм. Я не знала, пока ты не сказал. Не знала, что я живая. Жизнь совсем неотличима от смерти, если ты одна. Ты теплая. Я не хочу домой. Я не хочу домой. Смотри, это ловец снов. Надень его на ночь, и я отгоню кошмары. Я всегда буду с тобой. Ты забыл дорогу домой? Пойдем, я тебя провожу. Пройдем полпути, а дальше ты сам. Полегчало? Буду ждать тебя на берегу. Разыщи меня. Раньше мы здесь часто играли с тобой. Ты меня перенесла. Сам бы я не добрался. Пока есть тело, в которое можно вернуться, нельзя приходить и уходить, как захочешь. То есть ты не можешь просто вернуться на восток? Нет, пока ты не объединишь нас, Сэм. Я буду ждать тебя на берегу. Разыщи меня. И как ты можешь спать? На, вот взбодрись. Добро пожаловать в озерный узел. Что? Ничего. Пойдем. Груз из портового узла. Направлен в озерный. В общем, разберешься. Терминал доставки вон там. А я пока займусь своими делами. Чао, какао. Thank you.
Не хочу грубить, но должен спросить. У тебя никакой контрабанды нет? Опасного, запрещенного. Наверняка тебя проверяли, но мне придется взглянуть еще раз. Все чисто. Не вижу ничего необычного. Груз в порядке. Давно мы не получали такое добро. Извини за беспокойство. Приходится быть осторожным. А, говорят, у тебя с собой пивет. Это правда? Можешь нас подключить? Значит, мы наконец-то в сети. Давно пора. Мы ничего не утаим. Столичный узел получит все. Если обмен данными нас защитит, я только за. И, кстати, тут не только я так думаю. Наверное, было лучше, когда сюда пришел Бриджес один. Тогда, по крайней мере, террористы и твари не осложняли нам жизнь. Ну, будь осторожен. Мир уже не тот, что раньше. И спасибо. Наконец-то преодолел точку ноль, Сэм. Поздравляю. И спасибо. Но дальше будет еще сложнее. Когда мы только прибыли сюда, все было по-другому. Спокойно. Три города. Озерный, Средний и Южный узлы. Поддерживали наши планы реконструкции. Все три заключили контракт с Fragile Express. Она поставляла припасы и обеспечивала связь. Но год назад все изменилось, когда сепаратисты провели серию атак. Первым исчез Средний узел. Они взорвали старые ядерные бомбы. Второй террор уничтожил половину Южного узла с огромным количеством жертв. У Бриджес нет ресурсов, чтобы самостоятельно подключить остальные города. Нам нужно заручиться поддержкой всех людей, даже тех, кто не хочет иметь дело с USA, как бы сложно это ни было. Ситуация сильно изменилась с тех пор, как Бриджес-1 отправился на запад. Уничтожение Среднего узла заставило нас выбрать новую стратегию. Все так, как сказала Амелия. У нас нет времени и ресурсов, чтобы создать другой узел того же масштаба. Вот почему мы заключаем сделки с выживальщиками. У нас только один выход — усиливать сеть, используя их убежище. Нужно быть особенным человеком, чтобы жить тут одному. Человеком, который пошлет нас, если мы позовем его к себе. Мы знаем. Никто не ждет, что они сразу согласятся. Пускай они не любят иметь дело с людьми, но они нормально общались с Fragile Express. Хочешь прикрыться ее именем, чтобы войти к ним в доверие? Бинго! Она тоже согласилась. А взамен она получит... Это ерунда. Это шанс посчитаться с Хиггсом. Не могу ее за это упрекнуть. Он отнял у нее все и даже больше. Время лечит, но не такие раны, как у нее. Работа не будет простой и легкой, но ее нужно сделать. Отдохни пока. Поговорим позже.
Да. Это мне? Называется кипу. Это узел по-старому. Еще с его помощью можно считать. Я добавляю узел, заводя друга. Ясно. Я буду добавлять по узлу каждую нашу встречу. Это очень важный предмет, раз ты смог принести его. Особенный. Да, я сделал его для тебя. Я буду им дорожить. Есть хочешь? Зачем ты здесь? Спроси у босса. Нет. Я про конкретно здесь. У меня посылка для курьера. Вот, это тебе понадобится в дороге. Он указывает на то, что ты работаешь на Fragile Express. Тут моя кровь и хиральные кристаллы. Считай опознавательный знак. Это чтобы местные выживальщики тебя не доставали. Мы были тут единственными курьерами. Это была наша территория. Из-за Хиггса все пошло к черту. Я, Экспресс, наша репутация. Да все. И ты хочешь ему отомстить? В одиночку? Но я не одна. В пещере, в портовом узле, у твоей кровати. Мы так далеки, но постоянно видимся. Казалось бы, я была обречена рано или поздно сгинуть в выплеске. Но вот она я. Вот она. Ты используешь берег? Один из них. У тебя свой, у меня свой. С его помощью я прыгаю. Я не могу вызывать твари, как Хиггс, но могу пойти за ним. Догнать на берегу. Беда в том, что у каждого есть свой вход. Я могу проходить только через берег, который знаю, понимаю. Ты ведь слышал про мультивселенную? Что с тобой? Прыжки отнимают много сил. Высасывают кровь. Ты направляешься в краевой узел, да? Там полно террористов. Но если ты решился, тебе рано или поздно придется столкнуться с Хиггсом. Слушай, я просто курьер. Убивать монстров, террористов – это не ко мне. А если попробовать вместе? Я могла бы помочь тебе. И нам вовсе не обязательно иметь общую цель. Я перекину тебя через мой берег. В любое место, где много хиралия. Любое, подключенное к хиральной сети. И что же ты хочешь взамен? Я хочу, чтобы ты подумал. Держи. Это тебе поощрение. Понадоблюсь, звони. Будем общаться по нему. До новых встреч.
Загляни в терминал доставки Озерного. Сэм, напоминаю. Сейчас твоя задача – протянуть хиральную сеть от Озерного узла до Южного. Для этого тебе нужно превратить убежище выживальщиков в пункты. Это будет тяжело. Фрэджайл пыталась с ними договориться, но ты же знаешь, какие. Кое-кто из них не хочет иметь дел с Юсей. Мы должны доказать им, что с нами будет лучше. Выясни, что им нужно и что мы можем им дать, а затем доставь это. Тогда они, возможно, согласятся присоединиться к нам. Ладно, за работу. Список заказов в терминале. Thank you.
обычный заказ. Тщательно изучи ключевые детали. Пустой контейнер с сложным идентификатором, он же груз-обманка. Может пригодиться, чтобы обдурить любителей тырить чужие доставки. Доставляю груз. Спасибо. Сэм Бриджес, да? Я о тебе слышал. Парень, что ходит по стране и налаживает связь между людьми. Спасибо, что принес мне это. Спасибо. Без доставок Fragile Express жизнь стала тяжелой. Дай я проверю груз. Ха! Ого! Ты был очень аккуратен. Я сообщу Бриджесам, как идут испытания. Спасибо. Ты должен кое-что понять. Это насчет Фреджил. Наверное, ты слышал, что она помогала террористам, что ей было плевать, кто пострадает. Но знаешь, это все вранье. Она и ее люди рисковали жизнью, доставляя нам необходимое. Она настоящая героиня. Знаешь, я родился в этом убежище. Весь мир был для меня внутри этих стен. Поэтому, когда люди говорят про Америку, я вообще не понимаю, о чем они. Но если этот Кьюпид подключит меня ко всем, то это изменится. Так что да, я хочу вступить в UCA. Хочу увидеть, чего был лишен. И теперь мой личный 3D-принтер подключен к хиральной сети. Если все сработает, прибор EvaBio даст возможность создавать самые разные объекты из архива. Мы сможем восстановить Америку по частям. А я пока воспользуюсь сетью и узнаю, что происходит в городах. Буду следить за мулами и террористами. Ты словно принес мне целый мир в этой коробке. Спасибо, Сэм. Приходи еще. Ах, да. У меня есть одна штука, и я хочу, чтобы ты ее испытал. Помощник, которого я изобрел. В симуляторах все идеально, но кто-то должен испытать его в поле. И если он облегчит твою работу, тем лучше. Сэм, активные контуры прикрепляются к твоим ногам, улучшая твои физические возможности. Тут у тебя активный контур, предназначенный для усиления суставов.
АК сам по себе оказывает тебе поддержку, но ты можешь дополнительно усилить его потенциал. Давай, испытай эту штуку. Она тебе понравится. Большое спасибо. Возвращайся скорее. Доставляю груз. Ты ведь не из Fragile Express, да? А, понятно. Бриджес пользуется их удостоверениями. Ну, молодец, сынок. Давай я заберу у тебя это. Упаковка на вид... как новенькая. Ого! Давненько я не видел грузов в таком хорошем состоянии. Большое спасибо. Ха, наверняка это было нелегко. Слушай, зачем тебе это? Все знают, что Фрэджайл стоит за атакой, где погибло полсреднего узла. Только дурак решил бы доверить доставку этой террористке. И тем не менее, ты здесь. Подменяешь ее, чтобы бизнес не загнулся, да? Ха, слушай, я уже никому не верю. Только не пытайся заманить меня в эту вашу сеть. Ты знаешь, почему в последнее время так много терактов? Потому что вы их всех разозлили своими разговорами об объединении. Вступить в UCA? С тем же успехом я могу тут мишень нарисовать. Доставляй заказы в срок, и мы с тобой поладим. Проблемы мне ни к чему. Должен сказать, мне понравились твои гематические гранаты. Признаю, хорошие штуки. И мне кажется, что в UCA не должны держать их в секрете от всех. Ведь в этих краях работает множество курьеров-фрилансеров. Будь моя воля, я бы набрал этих гранат и раздал их ребятам. Вы хорошие ребята, это видно. И ты доставил заказ, как я и просил. Но чтобы я согласился на ваше предложение, этого будет мало. Хиральная сеть — это большой шаг. Вот, если бы ты доказал мне, что Бриджесу можно доверять... А давай так. Выполни еще один заказ. Данные я загружу вон в тот терминал. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать... Комплект инструментов в моем старом убежище. На нем есть метка, так что найти его будет несложно. Отопру убежище, как доберешься. А, и возьми несколько гематических гранат, что ты принес. Полезно иметь при себе парочку, если тебя прижали твари, да? Надеюсь, до этого не дойдет.
сюда или сюда. Доставляю груз. Что? Не может быть. Ты правда побывал в этой клоаке? А, ты не представляешь, что это для меня значит. В этих инструментах столько воспоминаний. Такое тебе никакой хиральный принтер не заменит. Я-то думал, что это невыполнимо. О, да. Вот это другое дело. Я теперь такое оружие смогу мастерить. Сэм Бриджес, ты просто бесподобен. Спасибо. Честно говоря, Фрейджайл и ее парни мне не вредили. Скорее, помогали. Но если они теперь заодно с Хиггсом, значит, они такие же плохие, как и он, верно? Будто все эти сраные террористы решили собраться в кучку. Большая счастливая семья. Может, пора и нам тоже. Может, для нас еще не все потеряно. По крайней мере, если в UCA есть еще такие ребята, как ты. Коллективная безопасность, да? И новая Америка к тому же. Подключи меня к хиральной сети. Точно. Раз уж ты меня поддерживаешь, надо и мне отплатить тебе тем же. Пока у меня есть связь с сетью, я буду снабжать тебя лучшими инструментами. И может, мы оба проживем подольше. И, кстати говоря, смотри, что я сделал. Называется полоскан. Нейтрализует человека на минуту. Не смертельно, разумеется. Следы могут остаться, но я уж тут ни при чем. Если тебе пригодится, возьми. А, Болосган. Может пригодиться. Ты можешь обездвиживать им людей, не убивая их.
Но если заменить провода на нити из твоей крови, то, возможно, он будет действовать и на тварей. Давай, попробуй. Свое дело сделал, теперь мой черед. Доставляю груз. Я ждал тебя. Ты мое спасение. Я сумел выжить только благодаря курьерам. И ты ничего не просишь взамен. Я благодарен тебе. Посмотрим, как там груз. Ого, это потрясающе. Великолепно. Спасибо. Фрэджайл Экспресс. Скажите, что вы порвались с террористами, да? Когда Фрэджайл, дочь основателя, начала общаться с другими курьерами, здесь стало немного жутковато. По слухам, это она устроила взрыв в среднем узле. И отчасти я в это верю. Возможно, конечно, что она просто одна из их жертв. Ты подключаешь хиральную сеть? Я не против контракта с Бриджесом, но в UCA я вступать не собираюсь. Если не возражаешь, действуй. Может, тебе уже говорили во Фрэджайл? Но даже те, кто не хочет становиться частью UCA, могут подключиться к сети, подписав контракт с Бриджесом. Они могут пользоваться доставкой и другими базовыми функциями хиральной сети, как полноправные участники. Так же, как и ты можешь пополнять свои припасы, используя их хиральные принтеры. Однако они не обязаны отправлять нам данные. Поэтому не рассчитывай на их сведения или помощь в разработке технологий. В идеале, конечно, все люди должны быть частью UCA. Но если это невозможно, наша цель — сделать их частью сети. И, может быть, потом они передумают. Кьюпид взаимодействует с терминалом по-разному, в зависимости от типа контракта. Подключи Кьюпид и проверь. Ее компания стала слишком крупной. В такое время мы все должны быть тесно спаяны друг с другом. Это относится и к курьерам. Иначе мы будем совершать одни и те же ошибки. Республики, федерации, коалиции, государства. Объединять таких разных людей — от этого добра не жди. Извини, я уже давно ни с кем не разговаривал. Счастливого пути. До встречи, Сэм. Великолепно, Сэм. Ты уже подключил к сети 3 пункта. Выживальщики подключились, и хиральная сеть в отличном состоянии. Следующим пунктом мы хотим сделать местный распределитель.
Но придется подождать. Сначала приоритетная задача. Нужно кое-что добыть. Нам нужно, чтобы ты принес один из серверов озерного узла. Он был в ремонте, а на обратном пути на транспорт напали мулы. На сервере хранятся важные данные для нашей новой системы доставки. Он автоматизирует доставку с помощью хиральной сети. Для нас он бесценен, а для мулов это все равно, что тостер. Тостер, из которого они с радостью извлекут хиральные кристаллы и редкие металлы. Действуем быстро, иначе потеряем данные. Так что двигай к точке выгрузки мулов, хватай сервер и неси в озерный узел. Считай, это мой личный заказ. Подробности на браслете.
Если найдешь карты памяти, непременно сдай их с помощью ближайшего терминала. Кто знает, какие редкие и ценные данные в них содержатся. Твой вклад непременно кого-то очень сильно порадует. Сделал больше, чем мы могли бы надеяться. Мы это прекрасно понимаем. Спасибо. До встречи. Приятно осознавать, что наши данные не пострадали. Большое спасибо. Сэм, теперь ты сможешь изготовить обратный трицикл. Озерный узел любезно предоставил нам его схему. Я бы тебе про него рассказала, но ведь он у тебя был, да? Два колеса спереди, одно сзади, аккумулятор... Самозарядным устройством включается при бездействии. Для езды по пересеченной местности требуется навык. Лучше ездить по длинным ровным участкам, бла-бла-бла. Мы хотим добыть для тебя еще один транспорт, так что можешь ждать его. Thank you.
Спасибо, Сэм. Эти данные помогут нам внедрить новую автоматическую систему доставки. Я скажу парням начать тестировать роботов. Тебе нужно принести его в распределитель к югу от Озерного. Захочешь поработать, проверь терминал доставки. Выживальщики не лучшего мнения о Фриджайл. Ей точно можно доверять. Это история с Хиггсом. Я же говорил, что она его ненавидит. Для меня враг моего врага мой друг. Но не верь мне на слово. Спроси у нее и сам решай. В любом случае, нам нужна ее помощь. Сэм, это Фрейджил. Говорят, ты включил в сеть трех выживальщиков и доставил все, о чем они просили. Ты хорошо поработал. Раз уж мы болтаем, может, объяснишь мне, что у вас там за вражда с Хиггсом? До тебя дошли слухи, да? Я тебе все расскажу. При встрече. Я буду в распределителе к югу от озерного узла. Ты ведь туда и направляешься? Сэм, многие клиенты просят именно тебя. И хотя заказы, которые ты получаешь от нас, критически важны для развития хиральной сети, есть и другие, и тебе стоит поразмыслить о них. Не стоит и говорить, что все выиграют, если ты будешь делать столько, сколько сможешь. Больше работы, больше выгоды. Прототип робота готов к транспортировке. Тебе нужно принести его в распределитель к югу от Озерного. Если роботы-курьеры окажутся надежными, они смогут улучшить нашу сеть доставки. Это важно. Так что будь осторожен.
Сэм Портер. Мы тебя ждали. Нам сказали, что ты поможешь испытать робота. Но прежде давай посмотрим, как у нее дела. Как картинка. И сказать нечего. Эти роботы не рассчитаны на работу вне хиральной сети. Так что давай подключим распределитель. Я начну подготовку к испытаниям, а ты жди звонка из штаб-квартиры. Спасибо, Сэм. Теперь можно начать последний этап испытаний. Знаешь, я сама их проектировала. Надеюсь, они немного облегчат нагрузку. В отличие от курьеров людей, они не создают выплесков пустоты. До выхода смерти ученые опасались сингулярности, того, что кто-то создаст компьютер, который будет умнее человека. Но этого не произошло. Машины не вызывают выплесков пустоты. Они не умирают, у них нет берегов. Как бы далеко они ни продвинулись в развитии, машины не понимают, что такое смерть. И поэтому они никогда не смогут превзойти нас. Загляни в терминал доставки, я научу тебя пользоваться роботами. Не волнуйся, я буду следить за тем, что происходит. Эти автономные роботы-курьеры будут обрабатывать часть твоих заказов. Только самые простые, банальные заказы. Посмотри, что тут есть. Если груз доставляется ботом по бездорожью, то его наверняка помнет. А вот если бот везет груз по хорошей дороге, то доставит его куда надо в лучшем виде. И быстрее. Само собой. Помни об этом, когда отправляешь их. Теперь подождем, пока робот доберется до места. Сейчас он только один, но если тест пройдет нормально, мы начнем массовое производство. Тогда ты сможешь сам отправлять их. О, кажется, я оговорилась. Нам удалось подготовить к тестированию еще одного робота. Решай, как его использовать. Прости, ребенок снова тревожится. Спасибо, Сэм. Поговорим позже. Отлично, Сэм. Автономные роботы-курьеры принесут пользу всем. Жителям городов и пунктов, а также тем, кто живет в глуши. Но ты, наверное, устал. Может, отдохнешь? И твоему ББ тоже нужен отдых. Иди в личное помещение. Давай.
Извини, не хотела тебя напугать. Я захожу, а ты спишь. Спасибо за душ. Не за что. Слушай, хочу спросить. Я слышал всякое про тебя. Она заодно с террористами. Не верь ей. Еще одна дурочка, которую Хикс кинул. Эта женщина просто героиня. Скажи, Сэм, что для тебя значит Америка? Мой отец преподносил нас как какой-то феномен, клей, на котором все держалось. Не просто народ, символ свободы и надежды. И это можно вернуть, если мы будем доставлять грузы и объединять людей. Он в это верил. И его смерть меня подкосила. Тогда-то ко мне и обратился Хикс. Сможем доставлять посылки от моря до моря. У него была монополия на Запад. Для нас обоих это было выгодное сотрудничество. Поначалу дела шли хорошо. Но потом, год назад, когда эти фанатики пошли в разнос и взломали нашу систему, они как-то заполучили наши пропуска и стали проникать в города. И внезапно мы доставляем оружие и бомбы вместо лекарств, а я и не в курсе. Мы были винтиками в преступной машине. И за всем этим стоял Хикс. А еще он умудрился прибрать к рукам атомную бомбу, которую я сама пронесла прямо в средний узел. Ты хочешь сказать? Да. Это я. И я взорвала. Все было бы иначе, не будь я такой слепой дурой. Поэтому я сделала все возможное, чтобы не дать им уничтожить Южный узел. Я пыталась вынести бомбу из города. Но Хикс был на шаг впереди. Он с лихвой отхватил свой кусок. Некоторые раны не заживают. Все время, что мне оставалось, забрал дождь. Вот такая история. Чистая правда. Не считай лжи. Мне плевать, что на Бриджес, что на восстановление Америки. Но я не позволю Хиксу и каким-то террористам уничтожить наследие моего отца. Поэтому я и пришла. Ну, теперь веришь? И я готова помочь, Сэм. Просто позови меня. Сэм, новые точки, которые ты подключил к сети, помогли нам в восстановлении архивов. К
К сожалению, я так и не нашел никакой информации о происхождении ББ. И не могу получить доступ к послужному списку ББ-28. Если бы он у меня был, то я бы наверняка смог сказать, откуда у тебя взялись эти странные ощущения. Ладно, вернусь к делам. И ты тоже давай. Сэм, проверь заказы в терминале. Хиггс подставил Фреджа? Опять подслушиваешь? Все это в твоем журнале. И с помощью хиральной сети мы смогли восстановить региональные архивы среднего узла. Они подтверждают ее рассказ. Я сам разберусь, что правда, а что нет. Я по голосу все понял. Ей от этого гада конкретно досталось. Надеюсь, теперь ты готов с ней работать. Хорошая новость, Сэм. Робот, которого ты отправил, добрался до места. Испытание прошло успешно. Я подготовила для тебя еще одного. Прими в знак благодарности. И еще, Сэм. В терминал добавлен новый тип доставки. Твой упорный труд уже заметили. Поэтому кое-кто предлагает ввести премиальный сервис. Необходимость самоограничения может показаться странной, но если добьешься успеха, то еще больше укрепишь свою репутацию. Так что если тебя просят доставить груз за определенное время, можешь уменьшить время еще больше. Тогда в случае успеха твоя оценка повысится. Если тебе нужны испытания, попробуй. Доставляю груз. Привет. Сэм Бриджес, да? Мы тебя ждали. Этот датчик спасет многих людей. Дай-ка я посмотрю. Уф, похоже, он еще цел. Спасибо. Нас к сети, мы сможем поделиться результатами замеров. Окажешь нам Наверняка ты в курсе, что метеостанция была построена до выхода смерти. Бриджес-1 ее отремонтировал. К сожалению, мы давно потеряли связь со спутниками из-за хиральных облаков, поэтому нам сложно измерять уровни хиралия и предсказывать темпоральные дожди.
Но благодаря тебе метеостанция скоро заработает. Ты облегчил нам работу. А мы теперь поможем тебе. Мы не подведем тебя, обещаю. Береги себя. Я вижу, ты подключил метеостанцию. Великолепно, Сэм. Когда район интегрируется в хиральную сеть, он, так сказать, также становится ближе к берегу. Это сильно влияет на уровни хиралии, и оценка этого влияния – одна из основных функций Кьюпида. Чем больше нам известно, тем точнее мы можем предсказать время и место темпорального дождя. Без хиральной сети мы могли бы только гадать. О, благодаря твоим успехам ты теперь можешь смотреть прогноз погоды с помощью браслета. Открой карту, увидишь. Пригодится при планировании маршрутов. Я буду следить за плотностью хиралии из лаборатории. Она недалеко от Южного узла. Обрабатывай заказы, и тогда быстро подключишь этот регион. Удачи, Сэм. Отлично, Сэм. Еще одна точка в сети. Молодец. Продолжай в том же духе. Прогнозы метеостанции должны быть доступны всем, кто в хиральной сети, в том числе тебе. Ты можешь просмотреть их через браслет. Пригодится при планировании маршрута. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше... Я добавила в твой ПХК убежище от дождя. Оно поможет тебе и твоему грузу остаться сухими, пока погода не улучшится. Поздравляю, Сэм. Твой ПХК, так сказать, поднял уровень. Теперь ты можешь возводить более сложные постройки. Мама тебе расскажет подробнее. Сэм, в твоем ПХК теперь есть схема базы. Это довольно большая постройка, так что тебе понадобится много времени и материалов. Но зато она практически заменяет личное помещение. Попробуй. Воздушный транспортер – это что-то вроде тележки. Хиральные кристаллы позволяют ему висеть в воздухе и двигаться над пересеченной местностью. Ты можешь положить в него груз и везти к месту назначения с минимальными усилиями. Если одного не хватает, его можно подцепить к другому и взять оба. Не забывай, для работы транспортеров необходим запас хиральных кристаллов. Следи за тем, чтобы у тебя их хватало. Да, ты на месте. Давай строить базу.
Ты готов, Сэм? Сначала возьми свой ПХК и выбери пункт база. Терпение – добродетель. Ну да. Сэм, тебе действительно нужно побыстрее доставить материалы к базе. Спасибо. Бриджит всегда был добр к нам. Поначалу Амелия была нам близким другом. Она ценила то, что мы делаем, и помогала нам восстановить ферму. Мы долго ждали шанса подключиться к сети. Давай-ка глянем на эту твою пшеницу. Ну надо же. Это все нам? Серьезно? Как тебе это удалось? О, ты молодец. Кстати, ты Фрэнджайл случайно не знаешь? Если увидишь ее, передай сообщение от нас. Скажи ей спасибо, что спасла нас. Если бы не она, то южные узел и наша ферма были бы стерты с лица земли. Она герой. Можешь так ей передать. А, точно, сеть. Сможешь нас подключить? Сэм, за тобой ведь бывало гнались мулы, обнаружившие твой груз, да? Чтобы предотвратить такие ситуации, мы улучшили твой сканер грузов. Допустим, тебя пингуют. Если правильно выбрать момент, то можно ответить им тем же и отменить их импульс своим. Они ничего не узнают, а ты сможешь идти дальше, но нужен точный расчет. Спасибо. Вот теперь мы извлечем пользу из темпорального дождя. Наша ферма побьет все рекорды.
У нас есть поля для испытаний, но мы не могли предсказывать темпоральные дожди, и поэтому результаты были не очень. Здесь темпоральный дождь шел часто, и мы представляли, когда сажать, когда убирать урожай. Но потом пришли террористы и все испортили. Слишком много трупов и кратеров. Погоду стало невозможно предсказать. Слава богу, сетевые прогнозы позволят привести все в норму. Если все получится, мы сможем увеличить наше производство и обрабатывать огромные поля. Мы продолжим генетические исследования, постараемся создать самоподдерживающуюся экосистему. Может, при этом мы даже узнаем что-нибудь про темпоральный дождь. Работы предстоит много, но она меня не пугает. Спасибо еще раз, Сэм. Ты подарил нам надежду. Скорее бы собрать урожай. Так держать, Сэм. Полпути пройдено, ты сможешь. Вы только посмотрите. Ты только что подключил ферму темпорального дождя к сети, а у нас уже есть заказы. Будет что прихватить по пути назад. Доставляю груз. Из-за долбанутых террористов и их дружков в этом сраном Фрэджайл Экспресс и козлов из Бриджес, которые разворошили это осиное гнездо. Ну ладно, показывай товар. Ты быстро пришел, как и положено. Это ведь твоя работа. Я считаю, вы, курьеры, ничем не лучше террористов. И тебе никак меня не переубедить. Бери свой Кьюпид и проваливай. Ну ладно, что-то подсказывает мне, что мы должны выяснить, что на самом деле произошло с той женщиной в голограмме. Он думает, она погибла во время нападения. Но в архивах Южного узла нет свидетельства о смерти женщины, подходящей под ее описание. Поэтому я попросил Фрэджайл заняться этим. Привет, Сэм. Я тут просматривала свою старую клиентскую базу, думала, вдруг найду нашу незнакомку. И представь себе, есть почти полное совпадение по лицу и голосу. Она жива. Наш старьевщик скорбит зря. Но вряд ли он поверит нам на слово. Погоди, он прислал еще один заказ. Наверное, просто нас испытывает. Загляни в терминал доставки, посмотри, чего он хочет. Отлично, доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Доставляю груз. Что у нас тут? Посылка? Мне? В отличном состоянии. Великолепно. Печально знаменитая хиральная сеть.
Попробовать можно, но только сеть. UCA — это уже отдельный разговор. Так ты можешь меня подключить? Ну, хорошо. Тогда давай. Присоединение к UCA я подумаю. Я хочу тебе кое-что дать. В знак благодарности. Возьми. Я настаиваю. Пока, Сэм Бриджес. Спасибо.
Согласен. Нечего стыдиться. Слишком растянул.
правда сумел вытащить оттуда товар? А ты смелый. И груз-то какой, ты глянь. Ты по сноровисти этих увольней из Fragile Express. Дай угадаю. Великий доставщик, да? Я так и думал. Те развалины не были бы развалинами, если бы Фрэджайл нас не кинули. И Бриджес, восстановим страну, ага. Только людей тормошите. Если бы не вы, моя девочка осталась бы жива. Она была там, когда террористы попытались взорвать Южный узел. Она была уже мертва. Из-за вас. Он не прав. Она в убежище к юго-востоку от развалин. Давай я тебя подменю. Если он не собирается выходить, то все равно, на кого он будет орать. Пусть уж лучше вымещает злость на мне. Бриджес, Фрэджайл говорит, моя девочка жива. И я должен поверить ей на слово? После того, что было? Ну уж нет. Ты должен мне это доказать. И я знаю только один способ. Я через тебя передам кое-что этой женщине. Если скажет, что это ее, приведи ее сюда. И еще вот это возьми. Это контур, улучшающий устойчивость и подвижность. Собрал его из подручных деталей. Только давай сразу проясним. Я даю его тебе только для того, чтобы ты гарантированно добрался до места. Если моя девочка жива, то как увидит эту посылку, попросит, чтобы ты отвел ее сюда. Окажешь мне услугу, я в долгу не останусь. Старьевщик говорит, что хиральные часы очень хрупкие. А такой груз лучше носить на руках. А вот еще кое-что от старьевщика. Сэм, этот активный контур увеличивает скорость. Он усиливает движение мышц, позволяя перемещаться быстрее. Если очень спешишь, то можешь даже усилить его, но усиление быстро сажает аккумулятор. Подумать только, он сделал это из мусора. Такой талант не должен пропадать. Доставляю груз. А, ты из Fragile Express? Нет. Ты курьер Бриджес, да? Я не ждала никакого груза. Там ничего опасного, да? О, Господи! Я и не надеялась снова увидеть. Дай-ка взгляну поближе. Спасибо. Груз чуть-чуть побился, но все можно исправить. Даже не верится, что все цело. Значит, я теперь в уникальной хиральной сети? Чудесно! Я рада стать частью UCA.
придешь еще раз, да? Отнеси меня. Пожалуйста. Я должна его увидеть. Я их сделала для него. Когда напали террористы, мы с моей мамой едва успели убежать. Я пыталась потом его найти. Правда. Просто я не знала, где искать. Но перестала я не поэтому. Он не нравился маме. Она ясно дала это понять. Но я не думала, что она опустится до лжи. Она сказала, что он умер. Я поверила. А потом то сообщение. Это он. Это правда он. Я не должна была сдаваться. В глубине души я знала, что он еще жив. Но не могла же я бросить маму одну. Я решила, что надо смириться. Но я не могла. Даже если бы очень захотела, я увязла в прошлом. И не знала, как жить. Отнеси меня к нему. Умоляю. Я готова. Можно идти хоть сейчас. Только согласись. Это пистолет для стрельбы гематическими патронами. Они наполнены твоей кровью. Если наткнешься на тварей, он должен помочь. При использовании патроны наполняются кровью из твоего тела или имеющихся пакетов. Количество крови зависит от того, как долго ты держишь спусковой крючок. Чем дольше держишь, тем больше крови потратишь и тем сильнее ранишь тварь. Только постарайся не обескровить себя, ладно? Ты знаешь, в этот раз ты будешь вести живого человека. Не стоит и упоминать, что падение или удары могут серьезно навредить твоему клиенту. Так что прояви максимум аккуратности. Часы будут у меня.
чтобы не разбились. Ты не ранена? Спасибо, Бриджес. Неужто ты и правда жива? Я хотела сказать то же самое. Я думал, ты погибла. Мама сказала, что ты умер. Я держал их при себе. Всегда. Но после нападения они сломались. Я думал их починить, чтобы песок снова сыпался. Но это было бы словно уйти и забыть тебя. Что ж, теперь мы оба пойдем дальше. Вместе. Ты и я. Если хочешь. Конечно. Тот, кого я знала, не торговал старьем. Он чинил вещи, и они становились как новые. Он собирал осколки, прилаживал их друг к другу. В этом я тоже мастер. Но этот осколок больше не нужен. Важно только время, которое я провела с тобой. Эти моменты мы будем считать сами. Вместе. Ты готов жениться на мне, глупый? Готов. Да. Да. И еще кое-что. Что? Помирись с мамой. Ладно. Объясни ей. Мы этого хотим. Помоги ей понять это и принять. Она без нас никак. А я без нее. Хорошо. Отношения тоже можно починить. Прошу, извини за грубость. Я с вами повел себя как скот. Теперь попытаюсь начать все с чистого листа. За вами-то мне, понятное дело, никогда не угнаться. Но я готов вкалывать. Если нужно что починить, обращайся. Можете на меня рассчитывать. Надо будет немного привыкнуть, но уже пора. Мы примкнем к сети UCA. Я вас не подведу. Обещаю. Мы тебя не забудем. Спасибо. Oh!
теперь весь этот регион подключен к хиральной сети. Иди в соседний. Чтобы подсоединить южный узел, доставь туда груз из Озерного. А? Я что-то не пойму. Почему вы не подключите их к сети? Пусть печатают, что хотят. Потому что напечатать все невозможно. Ты же знаешь, да? Пища, лекарства, органические соединения, твоя кровь, что так эффективно в борьбе с тварями. Переслать все это по сети нельзя, можно только доставить. Нападение стало для жителей Южного узла тяжелым ударом. Им нужны припасы из Озерного узла, иначе не выжить. Вернись и прими заказ. К слову, иногда же ты возвращаешься домой налегке, верно? Пустые рейсы. Чтобы не терять время, следи за тем, чтобы у тебя всегда был заказ. Скажем, вот сейчас пришел один от старьевщика. Совместный от него и от хиральной художницы. Для всех будет лучше, если этим займешься ты. Загляни в терминал доставки. Внимание, Сэм. К северу от южного узла обнаружен аномальный уровень хиралия. Там прошел мощный темпоральный дождь. Кажется, это какая-то буря, но такой я никогда еще не видела. Хотя, если честно, и увидеть ее я не могу. Буря совсем рядом с лабораторией, но из-за ребенка я не могу ее изучать. Кажется, она пока еще не нанесла урона, но ты не мог бы ею заняться. Только не подходи близко, ладно? В последнее время в Южном узле стало происходить много терактов. Да и припасы туда поступают нерегулярно. Никто не голодает пока, но в городе постепенно нарастает тревога. Мы хотим, чтобы ты доставил им как можно больше пищи, окситоцина и самого необходимого. Тебе также нужно доставить семена, белковую пасту из насекомых, органические вещества и оружие против тварей с толикой твоей крови. Это нельзя переслать по хиральному принтеру. Это напомнит жителям о том, что они часть нашей страны. Подарит надежду. И если ты сможешь подключить их к хиральной сети, тем лучше. Но кое-что не дает мне покоя. С нами связалась Фреджа. Она сказала, берег стал нестабилен, и из-за этого у нее не получается делать прыжки. Пока все не уляжется, на ее помощь не рассчитывай. Она сейчас в распределителе к югу от Озерного. Поговори с ней. Ее местоположение отмечено на твоей карте. Кстати, повсюду повышается плотность хиралия. Мы сейчас выясняем, как это скажется на функциональности кьюбитов. Но ты на этот счет не волнуйся, просто занимайся своим делом. Невозможно обработать заказ. Невозможно обработать заказ. Подождите, пока ошибка не будет устранена. Привет. Ты, видимо, Сэм Бриджес? Извиняюсь, кажется, система заглючила. А одна из посылок не просканировалась, и ее не включили в заказ.
Тут сказано «клиент», сама «Фрэджайл». Кто-то поставил две метки, так что система не поняла, это для «Фрэджайл Экспресс» или для «Бриджес». В общем, извини за задержку и... осторожно. Груз крайне хрупкий. Ладно. Сэм, Бриджес, я полагаю. Тут сказано «клиент», сама Фреджа. Осторожно, груз крайне хрупкий. Это был он. О чем ты говоришь? Я взял посылку для тебя из озерного узла. Подожди, я не жду никакой посылки. Он сказал, клиент сама Фрэджайл. Система не работала, поэтому какой-то курьер Бриджес вручил мне ее лично. Кто? Короче, это был Хиггс. Давай, я должна посмотреть. Опять за свое. Таймер уже запущен. Его не остановить. У нас только один вариант. Сэм, от нее надо избавиться. Отнеси ее в кратер у южного узла. Это смоляная яма, считай бездонная. Если швырнуть бомбу туда, может и обойдется.
Еще бы чуть-чуть и все. Ты спас город и всех его жителей. Ты молодец, в отличие от меня. Может, средний узел было не спасти. Но Южный уцелел. Благодаря мне и тебе. Что произошло? К тому времени, как я раскусила его план, бомба была уже у городских ворот. Я проследила за грузовиком и каким-то чудом сумела вынести ее оттуда. Но Хикс видел меня насквозь. Он схватил меня у самых ворот. Я прижимала бомбу к себе, как ребенка. И в наказание он заставил меня раздеться, а потом вызвал дождь. Фреджайл, послушай, у меня к тебе предложение. Ты хочешь доживать свои дни в виде порченного груза? Или ты готова пожертвовать собой ради груза? Ближе к делу. Хорошо. Если ты хочешь спасти себя, надо только прыгнуть. Но если в тебе действительно вдруг взыграл альтруизм, тебе нужно будет донести мою бомбу до бездонной ямы и бросить туда. Ну да, ты спасешь целый город. Только вот тебе придется пройти голый под дождем. Потеряешь кусок жизни, зато город проживет дольше. А что, вполне справедливый обмен? Лицо не очень нравится. Вот я его и прячу. Но ты-то... ты свое просто обожаешь. Папина красавица, да? О, нет. Не переживай. Лицо я не попорчу. Я хочу, чтобы оно служило тебе напоминанием. Да. Зачем ты это сделал? Зачем ты меня предал? Я нашел того, кто меня дополняет. От кого не нужно прятаться за маской. О! Имей в виду, даже если ты спасешь этот город, ты навсегда останешься маньячкой, взорвавшей средний узел. Эту красивую мордашку всегда будут считать лицом террористки. За тобой будет вечная охота, уж я-то знаю. И даже если тебя простят, ты все равно сломаешься.
Фу. Ну, что ты решила? Давай мне груз. Я рискну. Меня так просто не сломать. Ну что ж, желаю удачи. Давай мне груз, я рискну. Меня так просто не сломать. Давай мне груз, я рискну. Меня так просто не сломать. Мое имя Фрэджайл, но я не хрупкая. Вот видишь, ты настоящий герой. Ты поступила правильно. А это твое. Я не герой, Сэм. Я сделала выбор. И до сих пор жалею. Надо было просто прыгнуть, и я бы спаслась. Но вместо этого ты спасла город. А еще подарила людям надежду. Мне осталось спасти еще одного человека. Хикс очень пожалеет, что со мной связался. Ты его убьешь? Не могу. Он стал намного сильнее, чем раньше. Но ты бы справился. Ты, да. Только обещай, что ты оставишь его в живых. Я хочу поговорить с ним лицом к лицу. Разве ты способна пытать людей? О, да. Хочу знать, зачем он меня предал. Есть будешь? Сэм. Не забудь, что тебя ждут с припасами в Южном узле. Очень рад тебя видеть. Ты не знаешь, как долго мы об этом мечтали. Здесь многим тяжело. Начнем с тех, кто больше всех нуждается. Судя по количеству, думаю, тут на всех хватит. Мы очень тебе благодарны.
Без посторонней помощи мы вряд ли бы выжили. Хиральная сеть может многое изменить, облегчить ремонт. Она поможет нам наконец-то встать на ноги. Знаешь, это драгоценный дар. Когда мы потеряли средний узел, казалось, что насилие не прекратится. Мне казалось, что каждый день может стать последним. И все-таки мы живы. Милостью. Ну да. Скажем так, я не верю в чудеса и удачу. Совсем. Я верю в людей. И нас спасли именно люди. Как ты сегодня. А теперь наш черед собрать все, что осталось, и помочь другим. Извини, я должен раздать это всем. Спасибо тебе от нас. Отлично, Сэм. Я вижу, что припасы уже готовы. Думаю, ты и сам знаешь, что с ними нужно поаккуратнее. И еще больше сплотить людей. Ты уже на полпути. На полпути к тому, чтобы объединить нас. Слушай, я должна кое-что тебе сказать. Сэм, пропала связь с Амелией. Вызовы шли через старую систему. Возможно, проблема на линии. Я разберусь. Надеюсь, ничего серьезного. Сэм, я обнаружила хиральный всплеск. Совсем рядом с тобой. Все показатели зашкаливают. Может, это из-за него у нас был сбой. Выясни, чем это вызвано. Это может представлять опасность для узлов.